прислушайся, звучит тот самый вальс. Сердца он трогал в юности и вновь волнует нас. В парке усадьбы Фрянова в День Победы состоялся праздничный благотворительный концерт общественного патриотического движения российских артистов в поддержку специальной военной операции на Донбассе. Послушать выступающих пришли и взрослые, и дети. У собравшихся было хорошее настроение и желание отметить праздник так, чтобы он запомнился надолго. Такой подарок решили сделать жителям. Это пригласили... Значит, концерт московских артистов, те, которые в президентском полку выступали раньше, да, и сейчас вот они ездят как бы в поддержку ситуации такой, которая сейчас находится в стране, и такие бесплатные концерты проводят, поэтому очень благодарны. Хотим посвятить тоже празднику и потанцевать, и спеть, и, конечно, шествовать наших ветеранов обязательно. И думаем, что у нас вечер получится. Продолжение праздника. Конечно, у нас да не получится. Пусть вспомнит девушку простую, пусть услышит, как она поет, пусть он землю бережет родную, а любовь Катюша сбережет. Для жителей и гостей выступили Елена Ветер, Вера Снежная, Салтан, Любовь Шипилова и другие артисты. Они постарались зарядить слушателей отличным настроением и не дали им замерзнуть благодаря песням и танцам. Для вас приехали сюда, чтобы разделить наш великий праздник, День Победы, от души к душе, от сердца к сердцу. Главное, чтобы у нас было мирное небо над головой, чтобы наши детки росли счастливыми, здоровыми, умными и радовали родителей и нашу страну своими достижениями. Мария Буржинская, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.